Нынешний год у вас особенный, как бы нас ожидает чемпионат мира по футболу. Какая программа ожидает болельщиков в России? Болельщики, которые приедут на чемпионат мира 2018 года в Россию, получат не только впечатление от захватывающих спортивных мероприятий, потому что чемпионат обещает быть очень интересным, очень насыщенным. Он пройдет по всей стране, и уже сейчас ясно, что все города, где будут проходить матчи чемпионата, готовы к встрече всех желающих посмотреть эти футбольные баталии. Но, помимо всего прочего, болельщики, которые приедут в Россию, смогут получить впечатление огромное и о нашей стране, потому что каждый город подготовил специальную туристическую программу. Она крайне разнообразна. От, скажем, если вы приедете в Калининград, то это и янтарные маршруты, и пивные маршруты, и гастрономические маршруты, и такого рода маршруты есть в каждом городе. Разумеется, в каждом городе есть обширная культурная программа. Я думаю, что никто не останется обделенным, но естественно, что и в Петербурге, и в Москве ожидают встречи с лучшими музыкальными, театральными, концертными коллективами страны, и если кто-то захочет посетить во время чемпионата мира по футболу Эрмитаж, Мариинский театр в Петербурге или Большой театр Кремль в Москве, то это возможно. Я думаю, те люди, которые захотят приехать в Россию, получат огромное удовольствие и от спорта, и от культуры, и от гастрономии, и, конечно, от традиционного российского гостеприимства. Я думаю, что у немецких болельщиков есть особые резоны приехать в этом году в Россию, потому что сборная Федеративной Республики Германии как никогда сильна, и я думаю, что у них есть шансы оказаться в числе победителей. Во всяком случае, я не скрою, помимо нашей команды, российской команды, я буду болеть за немцев.